карта мира на Дожде. В Соединенных Штатах состоялись первые настоящие дебаты кандидатов в президенты от республиканской партии. Я называю их настоящими по двум причинам. Во-первых, в них принимал участие губернатор Техаса Рик Перри, а он сейчас главный претендент на победу. А во-вторых, товарищи по партии наконец-то вспомнили, что они соперники в борьбе и начали как следует ругаться. Хотя в зале библиотеки Рейгана в Калифорнии собрались 8 кандидатов, двумя главными героями этого шоу стали... 2 человека, это уже упомянутый мной Рик Перри и бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни. Они схлестнулись в настоящей битве, хотя до вчерашнего дня предпочитали не конфликтовать с партнерами из республиканцев. Перри гордится тем, что в его штате, Техасе, рабочие места появлялись даже в то время, когда в остальной стране они лишь пропадали. Безработица в Соединенных Штатах сейчас по разным подсчетам составляет от 9 до 16%, и эта тема там, естественно, интересует всех. Так вот, Перри начал говорить о том, что его главный соперник, то есть Митт Ромни, так и не научился снабжать граждан страны рабочими местами. На что Ромни ответил, что техасскому губернатору не стоит преувеличивать собственные заслуги. И не надо большого ума, чтобы обеспечить работой людей, если в твоем штате есть огромные нефтедобывающие корпорации, и они почти не облагаются налогом. Впрочем, победители не судят, и в распоряжении Рика Перри есть превосходная статистика. В то время как в США 1 000 000 с лишним людей попали под сокращение из-за кризиса, в Техасе 1 000 000 человек, наоборот, трудоустроились. Перри вышел бы однозначным победителем из этих дебатов, если бы не слишком разгорячился и не стал бы вслух цитировать свою книгу под названием «Достали». В ней он как-то написал, что из-за слишком щедрой социальной системы США ждет неминуемый обвал экономики. И во время дебатов Рик Перри повторил то же самое, неожиданно для всех и, возможно, даже для руководителей своей компании, он сказал, что США надо избавляться от пенсионной системы. Это настоящая финансовая пирамида. Нельзя заставлять наших детей, которым сейчас 25 или 30 лет, делать выплаты в программу и говорить, что она будет существовать и дальше. Те, кто поддерживает эту социальную программу, вовлечены в гигантскую и отвратительную кампанию. Кампанию обмана. И это, естественно, неправильно. Все в аудитории восприняли это как призыв уничтожить пенсионную систему, которая пока, в общем-то, вполне доходна. Но ей в ближайшие десятилетия может грозить та же судьба банкрота, которая уже постигла системы в Греции, Франции и Испании. Как только Перри произнес эти слова, его противники про себя поблагодарили его за такой подарок. Ведь они будут припоминать ему этот призыв. Но техасского губернатора это не смущает. Провокация – это метод его борьбы. И, судя по опросам общественного мнения, этот метод работает. Перри поддерживает 30% республиканцев. Карта мира на дожде.